Житель Самары Ольга Ерещенко рассказывает, выходя из дома на местную ярмарку, и подумать не могла, что уйдет с подарком. Она приняла участие в розыгрыше продуктовой корзины, написала свой номер на листке и опустила в барабан. И хотя до последнего не верила в удачу, подарок достался именно ей. Тут все есть, по-моему, овощная корзина, тут и салаты, и помидоры, и огурцы, и редиска, по-моему. Ну все, конечно, рад. Кто может не порадоваться этому? Тем более праздник такой сегодня. Для посетителей муниципальной ярмарки, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, устроили настоящий праздник. Музыка, подарки и вкусные угощения. Каждые полчаса гости могли поучаствовать в розыгрыше овощной, фруктовой или сырно-молочной корзины. А в завершении праздника каждый желающий мог насладиться вкуснейшим пловом, приготовленным по особому рецепту. Как говорится, у каждого мужика свой рецепт шашлыка, с пловом то же самое. У каждого повара однозначно есть свой секрет. Базовые принципы одинаковые, а каждый добавляет что-то свое. Важно знать, какие продукты, в какое время готовятся, и не перепутать ничего. Тогда у вас все будет классно. Мясо мягенькое, рис рассыпчатый, морковка ароматная. Ярмарка у нас проходит еженедельно. Все желающие могут приходить, покупать свежие продукты. Соответственно, сегодня у нас проходит промо-мероприятие, направленное на популяризацию ярмарки, на то, чтобы люди, незнакомые с ярмаркой, ознакомились с ней, узнали о ее существовании. Праздником плова дело не ограничится. В дальнейшем посетители этой муниципальной ярмарки ждут день шашлыка, яблочного спаса и день сока. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.